Помощи маки, пожалуйста. Фиде, мастер Фиде из Коста-Рики. Да, неплохо играет, но в целом по-хорошему могли бы 3-0 выиграть, вести сейчас, но не смогли. 4. Дальше взяли. Так, что играем, что играем, что играем? Что мы играем? Кирилл? Я бы сыграл Алло? конь f3. Ты слышишь меня? Да, слышу, конь f3. Конь f3, слон f5. У нас как-то проблемы с пунктом c2. Ужас. А что делать тогда? Что-то я напутал, дебюте явно. Ну, слон Что-то я d3. путал. Ты безнадежно просто позиции, так нельзя. Она мне уже не нравится, но не должно быть что-то так плохо. Может быть, ферзь f3? А, ферзь f3 сразу загнулся. Ладно, радостный шахмат. Понятно. Не знаю, на слон f5, может быть, я просто ферзь f3 пойду. В контр-игру уходить сразу начну. Не обращаю внимания на материал. А может быть, слон b3 пойду, не знаю, что там работает. Ну вот это, конечно, проблема, да, потому что теперь придется как-то... Да, мы чуть-чуть не успеваем ферзь f3 вот эту идею провести. Придется так играть. Еще одну скидывать. Да. ЕД он сыграет, что-то, я думаю. Не, зато отличный. Я бы на ЕД еще 2-0 сыграл. Ну я и собираюсь 2-0 сыграть. А что еще делать-то? Еще Ну как. он просто наплюет на это, к сожалению, все. И пойдет слон e7, мы не успеем с атакой. А жаль. Блин, вот любой нормальный чек повел бы, конечно, да? Нет. Любой нормальный человек нас не побил, но как он и сделал. Жаль. Ферзь. Кирилл по-прежнему просто живет в 19 веке, на самом деле. Ладно. Мне это как-то немножко наплевать стало на рейтинг на этой зоне, поэтому... Поэтому можно играть и так тоже. Шах. Взяли. Не, ну для блица неприятная же позиция, согласись. Как там говорили недавно, Гельман стайл. Гельман стайл. Пожалуйста. Вы хотели радостных шахмат, да? Да. Получите. Ну что, ты Ну, изматываешь давай. здесь? Тут давай еще согребет по полной. Ты как-то слишком вызываешь. Где-то должен быть мат. Конь g3, давай посчитаем. Давай посчитаем, я считаю. Конь g3. Ферзь f7. А, ты решил еще одно отдать. Ну да, король d3 только играть, ладья c1, тихий ход. Я ничего не считаю, как ты понял. Ух, как Да. на g6 можно. Это единственный ход, который не позволяет сразу мат не получить, но я не верю, что есть мата нет. Да, тут мат есть после ферзь g6. Ферзь g6 это мат, есть что-то лучше? Есть что-то лучше, чем мат в шахматах? Ладно, бьем на g6. Кирилл подсказал, это решающий фактор. Я сам бы играл, поискал бы какой-нибудь там мат с подвыгр, там, рокировкой какой-нибудь. Рокировкой. Слоном из-под коня с помощью ладьи. Гельман стайл прокатило. Как ты считаешь? Да, так давай попытаемся мат прикольный найти. Пока есть время. А, у меня лагает. Обидно. Может, он сдастся? Как человек поступит, да? Да. Алло? Да, нажму пока на паузу. Если что-то изменится, вернемся. Меня не